Реально летающая ведьма. Скажите пароль. Привидение Николь. Привет, ты такая страшная была, вообще прям жутко. Вот это привидение на гироскутере. Да, гироскутер, который... Ой, я его заехала. Который мне подарил Дедушка Мороз. Как ты думаешь, почему я в таком образе? Правильно. Сейчас тебя ждет дефиле всех образов, которые у меня есть. А пока я подготовлю новый образ, тебе важно подписаться прямо сейчас. Нажимай на красную кнопочку под видео. Теперь на колокольчик, на галочку и нажимай сохраниться. Ты подписался! Теперь ты будешь каждый день знать о том, что у меня вышло новое видео. И получишь массу новых эмоций. Я полетела. Что за образ у тебя сейчас? Костюм Золушки! Конечно, на меня парики супер. Очень полез. Ты супер современная Золушка. Вау! Ты на бал поедешь на гироскутере вместо да. тыквы? Да. И без туфелек? Туфельками. С туфельками. У тебя будут специальные туфельки для гироскутера? Да. Друзья, а ваша задача написать в комментариях, какой именно образ вам понравится больше всего из предложенных Николь. У нас пока было два образа. Это привидение и Золушка. Кто испугался привидения? Да, Николь было страшно. Алиса вообще сказала, что она когда будет ложиться спать, может видеть кошмары. Да, у меня такое было, я зомби увидела во сне. Я даже прибежала к маме, а мама такая... Вот так? Поехала я. Итак, образ номер три. Образ пирата. Я пиратка. Какая ты красивая пиратка, слушай, вообще. Мне вот это пока нравится. Ты берешь корабли на абордаж? Да. Пиратка, как тебя зовут? Наверное, Микси. Микси? Угу. Пиратка Микси. Как много золота ты уже захватила? Много сундуков? Да, 10 штук. 10 штук? А партию айфонов 7 захватила? 5 штук. Прикольный очень образ такой. Мне пока нравится все такое. Больше всего нравится? Супер-пиратка. Ты такая быстрая. Слушай, это современные пираты будущего. Пираты на гироскутерах. Да? Угу. Ты можешь ограбить какой-нибудь корабль и быстро уехать от полиции. А ну-ка. Вау, вот это скорость. Уу. Ну ты даешь, супер пират. Интересно, какой же у тебя будет следующий образ? Ну что, ты готова примерить следующий образ? Да. Давай, едь, а то зрителям уже интересно. Итак, четвертый образ. Белль. Я Белль. Вау. Только мне темные волосы не совпадают с лицом. Ну да, соглашусь с тобой. Тебе мне... больше блондинистые да. подходят. Мне темные волосы. О, образ Эльзы. Но, друзья, Эльзы. Кстати. Эльзы. Ну, Эльза, у нее же светлые волосы. Да, мне он больше идет. Друзья, кстати, не забывайте голосовать. Какой именно образ вам нравится больше всего. А ну-ка, крутанись. Я чуть не улетела с него. Не улетел в далекий край. Красавица, а где твое чудовище? К себе домой полетел. Попрыгал к себе домой. Ой, и у меня сейчас голова загрузится, что я улечу. Ну, этот образ такой самый романтичный пока из всех был. Романтичный, мне пират больше понравился.
мне волосы не совпадают с лицом, поэтому я вам не очень. Ну да, пират вообще был суперский. Да, мне пират. На данный момент тоже пират — это костюм такой номер один и в моем выборе. И в твоем тоже? Да. Не знаю, как оценят наши зрители, посмотрим. Рю. А ну-ка. Покажи-ка скорость, Белль. Самокат нарезался. Покажи-ка скорость, Белль. Сейчас задает. Там гараж. У Белль там гараж. Давай. О, у тебя же волосы развиваются, слушай. Ты Мэвис! Точно! Смотрите, как мне этот парик идет. Мне этот больше идет. Да, вот этот супер, кстати, под вообще. Глаза. Да, черный с белым, да? Ты маленький вампиренок. Страшно! Слушай, это вообще страшно. Ты настоящий вампир. Слушай, если не видеть гироскутер, такое ощущение, как будто ты реально летаешь. Еще зубы зубить. Так, нужны тебе зубы срочно. Так, да, срочно надо покупать клыки. У вас, наверное, есть, ну, вот эти, для Хэллоуина. Где-то должны лежать. Но я просто боюсь, что если ты их оденешь, слушай, ты можешь меня реально укусить. Я реально тебя немножко побаиваюсь. А ну как ты нападаешь на людей, покажи. Николь, ты самый добрый вампир на свете. Знаешь, как можно меня поставить? Гироскутер взять, ага. И меня это, ну, за стекло вот это поставить в магазине, я вот так буду кружиться, и там будет такой же костюм. Класс, реклама костюма. Я знаю, из кого ты пьешь кровь. Ты пьешь кровь из конфет. Ну, что-то типа такого. Самый добрый вампир на свете. Ладно, едь переодевайся, а зрителей ждет новый образ. Кстати, друзья, не забываем голосовать. И пишем в комментариях, какой образ нравится больше всего. Пока наши зрители подписываются, едь переодевайся. Итак, образ номер 6. Поехали. Белоснежка. Белоснежка, так, а где твои гномы? Они за тобой будут ехать? Нет, они дома. Они дома тебя ждут? Да. Гномики на гироскутерах такие маленькие, да? Да, будет один с одной стороны, другой с одной. Такие карликовые гироскутеры, знаешь? А я очень похожа даже. Да, кстати, этот образ самый мультяшный у тебя, вообще очень ярко. Супер, вообще. А ну покажи. А, у тебя тут медальончик маленький. Да, он на всех платьях будет. Да, медальончик Белоснежки. Я как-то не обратил внимания, а у тебя, получается, на каждом платье был такой медальончик, да? Да. С главной героиней из мультфильма. Как тебе этот образ, скажи? Ну, этот на втором месте. На первом пират, ага. А на третьем вампир. Вот так вот. Угу. Друзья, вы, кстати, тоже распишите, на каком месте какой образ у вас будет. Итак, на старт. Внимание, марш! Слушай, Николь, ну, гироскутер, короче, это просто вещь такая универсально уникальная. Скажи? Друзья, мы вообще в таком неимоверном восторге пребываем от этого гироскутера. У нас дома уже катаются на нем все. Да, да, даже сегодня Саша каталась, да? Мы его вообще не заказывали. Я просто заказал, ну, чтобы он сам выбрал. Я думаю, прикольную игру, короче, выберет. Ага. А он... Такое мне принесло доска. Если это гироскутер, я заору. Я уже по крышке узнала, что это гироскутер. Да, и ты прям заорала, когда его нашла. О, давай покажем, как ты с него слазишь. Да, как ты сходишь с него? Сегодня узнала.
с него, ну, немножко чуть-чуть сложновато слазить, потому что в момент, когда Николь спускает с него ноги, он продолжает ехать еще. Ну, да. На меня. Да. А ну, сейчас, покажи. Класс. Все, давай, едь, меняй образ. Давай. Прощайся с Белоснежкой. Пока. Так, пока-пока. Зрители пока подписываются, пока ты поехала. Давай. Пока. На голливудском суперпоказе мод образ номер 7. Поехали. И кто же ты? Я ведьма. Ничего себе, ты летаешь на метле? Да. А ну еще покажи. Смотрите, у нас реально летающая ведьма. Куда летишь? Я лечу. Кого будешь заколдовывать сегодня? Лечу мне купить собаку или кошку. Собаку или кошку? Да. Так наколдуй себе собаку или кошку. Давай, а ну заклинание какое ты знаешь. Ам-барам-барам-барам, кошка, появись здесь. Сработало. Смотри, кошка появилась. Кисуля, как ты здесь появилась? А? Ой, лапка. Ой, ты кися наша. Кисуля, такая любимча. Николь, как ты так ее умудрилась наколдовать? Метла волшебная. Метла волшебная? Угу. Наколдуй мне, пожалуйста, много конфет. Много конфет? Да. Раз, два, три, четыре конфеты, появитесь здесь. Смотри. Конфетосы! Ура! Николь, ты наколдовала конфеты от вкусной помощи? Да. Ой, спасибо. Так, а теперь наколдуй, пожалуйста, нашим подписчикам исполнение их желаний. Давай, сейчас подожди. Досчитаем сейчас до трех. Наши подписчики загадают желание, и ты после этого произнесешь колдовство. Ребята, только загадывайте желание, чтобы оно исполнилось не прямо сейчас, да? А вот, позже, да, в следующий раз. Не в следующий раз, а в ближайший год, чтобы это желание исполнилось. То есть то, что вы хотите получить в этом году. Угу. Давай, вместе считаем. Раз, два, три. Желание загадай. А прогадабля, сим, салабим. Желание загадай. Бам! Супер, ребята, все, это желание теперь в 2017 году исполнится. Молодцы. Но это желание в основном сработает именно для наших подписчиков, для подписчиков канала Николь. Поэтому быстро нажимай на красную кнопку. Да. Быстрее. Тогда точно желание сбудется. Да. Ну что, Николь, ты едешь одевать новый образ? Может, вам еще что-то надо? Ну, это в следующий раз уже. Ладно. Ну, друзья будут смотреть нас каждый день. И вполне вероятно, что увидят тебя еще в этом образе ведьмочки. И ты наколдуешь еще много одно вещей. Желание. Много. Да. Ну что, ты едешь? Какое еду, я лечу. Точно. Так, Николь полетела одевать новый образ. Давай, пока-пока, мы ждем. Модный показ, как всегда, закрывает платье невесты. Что это за невеста с хвостом? С хвостом кого, леопарда? Ты такая бесшабашная невеста? Да. Ну, очень красивая вообще. Я отрываю, идите сюда, я всем хвост оторву. Ты на самом деле выглядишь очень мило, ты очень красивая в этом платье. А ну-ка, постесняйся. Очень красивый этот образ вообще, а-ля романтик. Давай. Вот такая вот невеста. Круть. Этот, видите, друзья, этот образ самый романтичный. Невеста под лестницей называется. С самокатом Алиса. Ну что, друзья, такая подъезжает к нему и уезжает далеко-далеко. Она такая подъезжает, типа сейчас с ним поцелует, а потом... Давайте сейчас это сделаем. Любимая, иди, я поцелую тебя.
О, нет! Она бросила меня прямо возле алтаря. Что ж такое? Друзья, самое время расставить ваши оценки и поставить, какой образ вам больше всего понравится. Какой образ у вас был на втором месте, на третьем, на четвертом, на пятом? А на первом? И на первом, конечно. Я думаю, на первом. Пока!